срезали цветок, дали возможность луковице набраться сил. Лист увял, значит, луковица у нас готова. Смотрите, в одной лук получилось с одного куста очень много палочек, это очень много деток. Они не дают луковице сформироваться, она делится на две, на три, так каждая, и уже тюльпаны становятся мелкие, поэтому нам пришла пора их пересадить. Листик завял, и мы выкапываем луковичку. Выкапываем тюльпаны и находим, почему они у нас гибнут, луковицы. Смотрите, в луковицах личинка майского жука. Вот мы их, смотрите, еще. Вот она личинка, вот она в корнях, она поедает и съедает. Бороться нужно, подливать розы, все цветы подливать средствами против личинок. Мы используем антихрущ. В саду, конечно, их очень много. Мы используем антихрущ. Смотрите наши видео, рекомендации. Очень эффективно уже, ну, боремся, продолжаем бороться. Вот чтобы у вас не было таких вопросов. Посадили цветок, а он гибнет. Что непонятно, вот смотрите. Вот они. Их нужно уничтожать, бороться с этим. Когда много деток, каждый год луковица углубляется, значит, она глубоко. Вот сейчас посмотрим, что у нас здесь. Выкапываем нашу луковицу. Что у нас здесь? Вот они. Смотрите, то, что я вам говорила. Видите, одна поделилась, и уже их так много, что они... Мы их выкапываем, обрываем и складываем в ящик наш. Видите, с одной сколько получилось, и каждая еще уже собралась делиться, видите, еще делиться, и уже им нет места, они становятся мелкими, тонкими и перестают свисти. Вот так мы выкопаем нашу грядочку, сложим вот такой и обрежем вот таким образом. Видите, корешок, луковичка от земли сухая, положим в такой ящик и отправим в несолнечное место сухое, мы отправим в сарай проветриваемый. Пусть оно там будет. Можно под навес какой-то у вас на даче. И пусть они у нас там лежат до последней недели сентября, до 15 октября. Вот это высадка тюльпанов. Смотрите потом дальше наше видео, когда они у нас высохнут, и мы их будем высаживать. Поделимся с вами. Удачи вам!